hadi yarıştık. Yok. Хорош! Привет! Здорово! Принес? Угу. Говорят, ты уезжаешь? Раз говорят, значит, уезжаю. Угу. Да, правильно. Хоть отдохнешь. А то какой-то заводной стал. Сколько этих? А пончика куда? 5 штук. Пончика? Не знаю. Может, к отцу пристрою. К отцу? Нужен он твоему отцу. Много ты знаешь, нужен, не нужен. Давай вставай. Разговорился. Балабол. Сюда дай. Держи. Эх ты. А ну еще раз. Теперь ты лови. Пах. А ну-ка, отойди. Привет, здорово. Привет, здорово. Принесли? На, держи. Здорово. А ну-ка, чуваки, разбирай быстрее. Сколько? Пошли, пошли. Там тишина? Узнаем. Чего сидишь? Чего плачешь? Чего молчишь? Двойку по дению поставили. Что ж ты не спел? Не хотел, пение какая-то тупая. Что? Сразу 3 двойки поставила? Она что, того? Не знаю. Не плачь, сейчас твоих 2 не будет. Так, есть тут один способ. Так, вот, смотри. Так, не плачь. Вот, смотри, горит-ка. Вот и все. Там-там-та-дан-тан-тан-тан-тан-та-да-дан-та-дан-та-дан. Бежим! Ай! Ну, вставай, ты толстый. Я давай быстрее. Виноват. А ну, стоять. Все из-за тебя. Здравствуйте, Малим. Здравствуйте, доктор Игорь Агнилович. Не доктор, а Мухтар. А ну, марш в кабинет. Извините, мы спешим.
Это я уже слышал. Все спешат. Ну, живо. Оп. Болтуны. Вставай. Двигай. Все из-за тебя. Ведь не я поджигал. Салон. Здрасте. Поговорить надо. Что? Надо поговорить. Угу. Эй. Не трогай здесь ничего. Иди. Заходи. Две. Что случилось? Эти мы не успели бросить. И деньги... Вот. Ой, да, Витей. Иди сюда. Ты что, без пальцев хочешь остаться? Что я тебе говорил? Чухай отсюда. Эй, иди газировки попей. Так, о чем ты там? Ака, я больше бросать не могу. Эй, я тебя чем-то обидел? Да нет, просто недавно Леху поймали. Эй, хватит сычать! Я тебя редко прошу. Такая раскладка. Ты же знаешь, ребята ждут. Че, испугался? Да не, просто я уезжаю. Подзаработать надо. А ладно, дело твое. Подзаработать надо. Бабки возьми. Оставь ей. Угу. Да, еще возьми. А это зачем? Копилку зовите. Ну ладно, Ака, я пойду. Ха, ладно. Постарайся сделать, что я прошу. Как дела? Все четко. Ой, нормально. Остальные бомбочки? Да не волнуйтесь, он их оставил. Пока кидать не надо. И деньги вот не взял. На, держи. На. Да не, себе возьми. Долг даешь? Да не, какой разговор. Пошли. Фарух, кому вы там нужны? Как кому? Отцу нужны. Ты меня обманываешь. Я? Да. Да что ты, бабушка? Я разве обманывал тебя когда-нибудь? Обманывал? Ты Пончика у отца хочешь оставить. Ну ладно, мы едем туда и обратно. Туда и обратно. Ты Пончику такие вещи не говори. Я там закрою. Хорошо, закрой. Уф, вот дает, а. Осторожно, не порви.
Давай сюда. В этом поешь. Что надо сказать? Спасибо. Вкусно? Бабушка, только ты не беспокойся, не скучай и не вспоминай обо мне, а то я буду икать. Может, здесь? Чё смотришь? Ешь. Что ты ищешь, Фарухтён? Может быть, я знаю? Где мамина шкатулка? Что? Мамина шкатулка. Сейчас принесу. Эй, ты чё? Может, я люблю сладкое. Сколько можно есть? Иди, играй быстро. Можно еще кусочек? Иди отсюда, кусочек. На. Ага, так. Зачем она тебе? Надо, бабушка, надо. Для чего? Ну, нужна мне, серьга. Когда мы к нашему папе едем, ты ему все про газировщика расскажи. Пусть он с ним разберется. Один на один отмочит. Ты что, газировщика испугался? Не боись, ну туда и ешь. Надо на себя надеяться, а не на кого-нибудь. Понял? Давай. А теперь спать. Спокойной ночи. Придумал же. Ну-ка, вставай. Ты что, опять землю ел? Я спал. Давай на точку быстро. Спал он.
Я тебе сколько раз говорил? Ты меня не понял, да? Ты меня не понял, да? Ты? Ты что, к доктору захотел? Доктору хочешь? 40 уколов хочешь, да? Чё молчишь? А? Я тебе сколько раз говорил? Сколько раз я говорил? Я не буду. Чё не буду? Чё не буду? А? Сколько раз я тебе говорил? А? Ты кончишь землю есть или нет? Чё молчишь? Я больше не буду. Чё не будешь? Сколько раз я тебе говорил? Чикор кардеш Арманда. Из зона Микаши. Елена. А чё толкается? Будешь с ним один на один? Буду. А ты будешь? А он боится. Будешь, чё молчишь? Будешь? Угу. А ну пошли. Полечу ребить. Ну-ка, дай сюда. Давай. Мочи. Пончик, замочи его один раз. Замочи мне полечу. Ударь его. Замочи, посмотрим. Давай. Чё стоишь? Давай. Бей его. Ну? А ну-ка. Хватит. Давай, поехали. Опоздаем, давай. Друзья, как стоишь? Окраивая зона, что со мной? Я почерк за ногу мартов. Я хочу к нам ухи, а каждый дур к чабу шабе. А каждый анк на конебе. Лами молот я ему задам. Руки убери. Не трогай. Ты дождешься у меня? А ну сиди.
Не двигайся! Капитан! Летчик нашелся! Чего? Посмотри за ним, опасный перевал! Что ты на меня кричишь? Он же пацан, не Кончик, а ну, начинай. Раз, два, три. Не, еще раз. Раз, два, три. Бей. Раз, два, три. Бей. Раз, два, три. Надоело, хватит. Юрий, Хелен, круто же ты. Бобе одави нахрен хуб, макан фи, боги. Боги на галте, а? Хочет афайротку? А почему у него глаза закрыты? Почему же он не летает? Он кушать хочет. Ты покорми их, а то они у тебя помрут. Пончик, пошли. Беги. Бобух чекади, дарьягон хона бона мона. Бусузаму хона. И баски не геран кади. Басар мекнияму габода. Био. Конечно! Смотри, как это делается! Эй!
Салам алейкум. Салам алейкум. Ип, баракалла. Хайка, морав тем, да? Эй, ишь там, муша не гока. Хоп, хайка. Сарчит. Чуйника бьор, калуша бьор. Чуйника бьор, и бар падар тонала димардом дига заказ на дура. Чуйник там оварлума, калуш там. Ай, сарыл молами, калушит. Анако, ана чуйник табы гирку. Бар падарыд лаанат хатиами чуйники. Паданна алад. Эй, а, ишкофи абину. Эй, таши кофти. Падарыд лаанат хатиами ишкофи сухтагид. Бижон, поедем? Конечно. Два чайника и на платформе садись. Ага, договорились. Пончик, скорее, скорее, давай, давай спускайся. Давай быстрее. Давай руку, давай. Быстрее. Пошли, поезд уходит. Пошли. Дяденьки, так много чайников, целый склад. Зачем ему так много? Не знаю. Пойдем спросишь у него. Пошли. Я боюсь. Зачем вам так много чайников? Громче, громче спроси. Дядя! Зачем вам так много чайников? Зачем, зачем? Что в этом мешках, не знаешь? Порох. Порох? Ага. Зачем так много? Не знаю. Да не, он влажный. А, влажный. Это братишка? Да, братишка. Родной? Родной. Ты много вопросов не задавай. Чай хочешь? Не, не хочу. Да, это вам не чайники, это кайф. Хочешь попробовать? Нажми. Не нажимай так. Осторожнее надо. Это же техника.
Опять чай? Не. А ты не хочешь? Не, горячий не пью. А что это ты повесил? Зачем серьгу нацепил? Что, у вас фасон такой? А? Я говорю, что у вас фасон... Не трогай, чем много знать хочешь. Нервный такой. Ну-ка, бьёр. Э, бача, бьё чё лоба? Бьёру. О, бьё. Чан ты на? Сити. А ми сити? О. Магир. Не кама. А ми кама? О. Бас не стай? Не кама. Хай, Магир. На, пей. Пей. Аллама сани, нагза ки, бадама ки, жюри, сози, куйсы бьё, эдда, тэмуру, куйсы бьё. Эва ей. Ака бис чойнык. Чи? Биста. Бис чойнык, я корин имуш курда дар бис чойнык? Да, та басай. Чи? Ана ей. Эс саткай чойнык дына, эдто ки дар гур нар хари бедум. Агар дига чойнык заказ кни, бэйфами, дынан мам йорумот. Хайку, рафтем. Rahmat ne biçim Rahmat? Hiç gelmedi. Salam. Salam. Вам помочь? Не, спасибо, спасибо. Беги. Обиду в себе не держи. Да вы что? Хорошо? Хайхо! Даня, дядя, самовар! Ой! Ой!
Астанови, это уже город? Почти город. Остановите. Пошли город посмотреть. Ты очень хочешь? Угу. Очень-очень хочешь посмотреть. Напить хочу. Ладно, остановимся. Может, и остановимся. Обязательно остановимся. Здесь пассажирок взять надо. Так вот. Одна ждет меня. Выходи. Тарчави. Тарчави осанай. Пончик, иди сюда. Что это? Ты где взял? Бесплатно дали. Кто дал? Ты что, попрошайка, что Вон ли? Вон она. Давай, пошли быстрее. Опа! Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бесплатно дали. Девчонки, угости. Настя, бежите. Ой, с ума сошел. Тарнишеви, тарнишеви, осанай. Набро, набро, берум, буронай. Ничего. Пуговицы застегни. А, стесняешься, да? Да ладно. Озер Йорет, Карлави Долонай. Ищешь брой, шодишь до Розмонай. Навро, навро, Берун Боронай. Тарнишави, Таршави Осонай. Надень, а то холодно. Нет. Давай. Ну, встань-ка. Так. Короче, скажешь, чтобы она тебя поцеловала. Хорошо? Угу. Понял? Угу. А куда? Губы.
Хочу, чтобы вы меня поцеловали. Это твой сын, что ли? Нет. Он мужичок, мужиком растет. Мужичок, да? Афганец начинается. Ничего не жду. Салам алейкум. Салам алейкум. Хай поспешите тогда. О, давайте. Осторожнее. Спасибо. Дайте руку. О, так. Буй. Хоб, маляш. Хай, лоша. Хона бьё. Маляш. Стойте, стойте! Почему у вас одна серьга? Что тебе нужно? Какое твое дело? Пристал. Я просто сказал. Просто не спрашивай. Уходи. Тупо. Где живет? Пончик, ты опять землю ел? Опять землю ел? А ну выплюнь! Выплюнь! Кому я сказал выплюнь? Давай! Ну, агроном нашелся. Hocam? Cümbi destan. Здесь меня подожди. Ha, Fidel? Приехалом. Салам алейкум. Салам. И привет, Дэнни. Ты в нее влюбился, что ли? Почему? Второй раз приезжаешь. Много не болтай, звони. Позвони, тише сделаю. Головной! 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 Наконец-то! Ничего не прибыл, поломка у него. Не очень. Сцепление вагонов. Сколько? Один час. Один час потребуется. Хорошо. Ага. Иди, кайфуй. Только без обиды, да? А, ну ничего, иди. Я прошу. Набро, набро, берум, боронай.
Хорош. Перегон занят. Придется немножко подождать. Понимаешь, да? Ладно, только недолго. Ну, как получится, я ж не поезд. А? Ну да, не поезд. Можете погулять. Хорошо. Хорошо? Не поезд. Голуби клюются на крыше. Эй! Чего? Отнеси, наби. А где он? Вагончики. Скажи, дядя Фидель передал. Осторожно, смотри, не урони. Кайфует, да? Дядя Наби, я белый лимонад принес. Дядя Наби, лимонад я белый принес. Наби. Что ты здесь делаешь? Говори. Я кислое молоко принес. Фидель тебе передал. Холодное. Быстро иди отсюда. Иди. Я же не специально. Иди, говорю. Дай я попробую. Ой. А я знаю, где заводится. Вот, смотри. Чик. Ты зачем это включил? А ну выключи. Давай здесь. Чик. Ой. Ай-яй! Ты с ума сошел? Ты что сделал? Где тормоз? Тормоз где? А ну отключи. Стой! Наби, когда обратно? Через 2 дня. Я поеду с тобой, ладно? Да ну ты мне надоел. Да перестань, Наби, я поеду с тобой, ладно? Ладно. Эй, молодец. Ну,
Ну, мы приехали, давай, идем. Давай. Ладно. Дядя Наби, до свидания. Пока, до свидания. Не опаздывай. Нужно, можно туда хочу. Уходи отсюда, хочу не туда. Мешай. Не мешай. Смотри, 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 сода. Там, в шкафу посмотри. Иди открой. Тебе чего, мальчик? Я ошибся, извините. Отец дома? Какой отец? Ты кто? Я Пончик. Нет, Азамат. А. Ну, проходи. Откуда ты такой? Вот приехал. Зачем? Как? Откуда? Из дома приехал. На чем приехал? На поезде. Нет, нет, на автобусе приехал. Был один твой дядя знакомый. Он меня довез. Папа, а этот цветок как называется? А вон те три, какой? Как они называются? Какой? Вон тот. Вон тот? Да. Ты что? Объясни. Ну зачем ты приехал? Посмотреть, как вы здесь живете, какие у вас проблемы. Хотел тебя увидеть. А ты что ли не рад? Я рад. Я очень рад, что ты приехал. И я ждал тебя. Хорошо, что ты приехал. Ну, это же прекрасно. Как ты так? Один. Ой, извините, простите. Кто вы? Что вам нужно? Возьмите, пожалуйста. Здравствуй, папа. Мои сыновья. Молодец, братан. Я думал, что зрелишь. Молодец. Подожди. Ну все, успокойтесь. Сейчас покушаем и спать. Подожди. Хватит. Я сейчас тебе объясню. Мы не хотим есть. Варуха, у нас такой нет. Нету такой. Здравствуйте.
Этот кактус откуда? Не знаю. А этот? Не знаю. А тот? Из Бразилии. А Бразилия отсюда далеко? Очень. Вы тоже врач? Почти. Зачем папе так много кактусов? А, ты у него спроси. Вы здесь живете? Доброе утро. Доброе утро. Не чавкай. Красивая штучка. Это не штучка. Я воду согрела, умоешься? Вообще-то я холодно умываюсь. Ну, тогда сбегай. Ты где живешь? Я здесь в гостях. А, понятно, где-то далеко, в Бразилии или в Австралии. Хлопающий первый тон и два вторых тона создают на верхушке сердца характерную для митрального стеноза мелодию, ритм перепев. Дыхание, звуковые явления на верхушке шумы легких, какие интересные пластинки. На левом боку, на вначале прослушайте запись нормальных тонов. Откуда эти пластинки? Ты у своего папы спроси. Ты поел? Я по утрам не завтракаю. Пончики, ты поешь. Я уже ел. Еще поешь. Давай быстро. А вы отцу жена? Он на работе вас ждет. А кто тогда? На следующих записях приведены несколько вариантов мелодии митрального стеноза на верхушке. А я раньше вас не видел. Ты что, ревнуешь, что ли? Я? Я что, женщина, чтобы ревновать? А он про нас рассказывал? Ну да, говорил. Нет, ну правда рассказывал? Да, да, я понял. Я уеду. Не волнуйся. Да я не волнуюсь. Не волнуйся. Да я не волнуюсь, что? Ну вот и не волнуйся. Да не волнуйся, я спокоен. Да не волнуйся ты. Ладно, отец вас давно ждет. Еще неизвестно, кого он ждет. На второй записи, наряду с хлопающим первым тоном и пресистолическим шумом, четко определяется тон открытия чего? Митрального клапана. Можешь к отцу один пойдешь? Я дорогу не знаю. Ладно, пошли. Оставь это. Оставь. Ко мне иди. Иди сюда. Раз, два. А тебе повезло. Давай, крути. Так, так, так. Иди сюда. Раз. Может, хватит? Не выступай. Там один раз. Давай, крути. Братан. А, братан, как ты? Фару. И... Чхэбачу. А, Пончик, здорово. Как дела? Землю еще кушаешь? Вырос. Большой уже стал. Да, yes. А ты, Дилу, ты что детей чё, обижаешь, чё, а? Что дела вот? Мы же играем. Ну как у тебя, все нормально? Так. А вы что приехали? Да, не знаю пока. А сейчас куда, к отцу? К отцу идем, просил зайти Ништяк, к нему. Так, ну наше место же помнишь? Да, обязательно. Хоп, Мали, мы поплыли. Давай. Хоп, сговорились. Хоп, не пропадай. Хоп, пока, только. Пацаны. Давай, крути.
Ассаламу алейкум. Нахзен. Ассаламу. Созен. Ассаламу. Баракаллах. Ассаламу. Им писари хурдиям, ваяш колония. Аз шаар омадам. Зиорат омадим. Як дома мехондеем. Барух, а где мазар? А это что? Это ведь каменная куча. Тихо, это святые камни. Я в туалет хочу. Потерпи, сядь, сиди и молчи. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي من الله محمد ولوالدي والأستاذ ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوة رفيع درجة قضى الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. رحمت. سلام عليكم. رحمت. Ну идем. Да ладно. Что ты как маленький? Маленький. Да ну тебе. Пошли, Пончик. Делай вот так. Понял? Давай. Не балуйся. Хорошо тут. Скучаешь? Может, ванну примешь? Не. Отец, я через день-два уезжаю. Чего так быстро? Побудьте еще. А у тебя будет возможность побыть с Пончиком? Он же с тобой остается. Он-то хочет. Но ты меня пойми.
Ты же старший брат. Объясни ему. Ты должен объяснить ему, понимаешь? Я уже устал все понимать. Ты что? А ну-ка встань. Встань, встань. Тихо, пончик внизу. Пончик, шпончик, дремчик. Пошли, Азаматик. Холодно. Никак и холодно. Фарух тебя не обижает? Нет. Хорошо. А, идем. Не, не хочу. Тебе обязательно надо подлечиться. Да я здоров. Ты что, воды боишься? Я ничего не боюсь. Что с ним? Не знаю. Ну и ну. Боишься, боишься. Посмотрим, кто боится. А, смотри, идет. Эта вода как магнит тянет к себе. О, о. Пончик, ты зачем волосы намочил? Вода же соленая, облысеешь. Да, папа. А при чем здесь папа? Ты лучше расскажи, как ты землю ешь. Ну что? Ничего. Вырастет, пройдет. Это лишняя хромосома. Да? Пончик. Угу. А почему пончик? У тебя же есть хорошее имя, Азамат. Хорошего понемножку. Вечером увидимся. Пончик, пошли. Папа, мы еще побудем? Иди, иди. Мы еще поваляемся. А потом пойдем перекусим на островок. Да? Пончик мой золотой. О, сейчас я тебя поцелую. А ну-ка, о! Сейчас тебя вытащу. Папа. Сейчас, сейчас. Давай. Сейчас. Иду, иду. Надо же. Давай руку. Ну, давай. Нет. Мне тут хорошо. Ты что? Папа, ну пожалуйста, вылезай. Нет. Прошу тебя. Твой папа останется здесь. Ну, вылезай. Мне тут лучше всего.
Где мой сын? Где Фарух? А? Ты отец, должен меня притащить. Вылезай. Не вылезу. Люди смотрят, стыдно. Ну и пусть. А ты помоги, ты дай руку, дай, дай. Ты должен вытащить меня, дай, дай. Дай, дай руку. Фарух, вернись. Ты должен вытащить меня. Фарух. Бессовестный. Папа, вылезай. На эту намочишь. Заболеешь. Фарух. Подожди. Ну вытащи ты его, люди кругом, ну неудобно. Очень неудобно. Он сам вылезет. Да пошли вы все. Папа, ладно, ну пошли. Смотри, не упади. Чего пришел? Не могу заснуть. Привыкай. Ты же здесь хочешь остаться? Нет. Как нет? И отец так хочет. Он давно меня об этом просил. Тебе с отцом лучше будет. А я не хочу. Отцу одному плохо. А тетя Неля? А тетя Неля может не прийти. Ему ты нужен. Тогда ты один останешься. Я часто буду приезжать. Ну ты че, братан? Ты че, плачешь? Я не хочу так. Ну ладно, не хочешь, не оставайся. Не плачь. Закрой глаза.
Поймалась. Сиди. Чё, кайфуете? Да вот же с кино. Аджа, диви. Как у тебя дела? Да, нормально. Чё ты без настроения? Да так, уезжаю. Останься, через пару дней вместе поедем, я тоже в город собираюсь. Да, не домой. А далеко? Не знаю еще. А братишка где? С отцом оставил. С отцом? Чё, здесь земля вкуснее? Интересно у тебя, братишка? Смешной. Угу. Ты тоже в детстве землю кушал? Не понял. У нас в роду все борцы, и я тоже борец. А если ваш пончик землю кушает, значит и ты тоже ел, и отец твой тоже ел. Ты, какая тебе разница, а? А такой вот вывод напрашивается. Ты свои выводы оставь, понял? Да ладно, что ты обижаешь? Оставь, понял? И в чужие дела не лезь. И чё ты? Ничего, ты понял? Чё понял? Ты понял, да? Успокойся. Ты понял, я руки сказал? Убери, ты понял? Руки убери. Понял? На, вот, возьми. Подними, я сказал. Подними.
Ребята, не надо! Салам алейкум. Салам. Да. Цепку проверил? У меня всегда нормально. Еще проверь. Пожалуйста. Появился? Порог! Иди сюда. Не плачь. Не плачь. Артист. Иди. Как он там оказался? А? Откуда я знаю? Чего ты плачешь? А? Кур жать хочу. Сделай. Бедный мальчик. Thank you.
Гирьяны куна мы бахуру, гирьяны.